Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». «О, род неверный и развращенный!» Иисус сказал. «Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему». Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «Перейди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас.